Здравствуйте, дорогие друзья, с вами на связи Клавдия Корнева. И вот видите, у меня на столе гамилочка свиная такая. И сегодня мы приготовим холодец или студень. Значит, сейчас я возьму ее, замочу в холодной воде часа на два, потом воду солью, опять заливаю водой, и при первом закипании я воду сливаю и потом уже заливаю еще водой и довожу до кипения. Потом мы будем добавлять еще курочку. Когда прошло 2 часа, я бросила кусочки курицы, одну луковицу разрезала на 4 части и одну морковку и посолила. И вот у нас уже мясо обобрано, бульон процежен, чтобы косточки не попали, мелко порезанное мясо, и в другую кастрюлю. Я его довожу до кипения и буду разливать. Морковочку я тоже здесь порезала. И вот у меня готовый уже холодец в такой емкости. Еще я залила в одноразовые стаканчики, которые удобно ставить в холодильник, а потом перевернуть. И вот такой красивый холодец у нас получился. Приятного аппетита и удачи вам!